Так, ну что ж, вот он, решающий момент всего первого сезона вторжения, который называется «Призрак». Сейчас будет битва с самым главным боссом Скорпионом в храме огня. И всех приветствуем. Лишившись семьи своего клана, теперь возможности отомстить, Скорпион пылает демонической яростью. Он выместит ее на своих мучителях. Блин, что это? Третья форма. Самая последняя. Ого. Черт. Забавно. Дамажит. Сейчас сдохну. А, не в ту сторону. Черт. Скорпион адское пламя побеждает. Ну, я предполагал, что я сразу не пройду. Да что ты будешь делать, а? Come on.
Блин, все, начинается сейчас самая жесть. Вообще непробиваемый. О, Fatal Blow. Вроде так ничего ему. Нормально дамага наносит. Нет. Нет, почти. Блин. Я почти его добил. Так, ладно. Ну, на первом еще не страшно, потом. После первого еще хп восстановит. Так, второй. На втором вот уже надо поаккуратнее. Все. Сейчас, короче, самое главное. Хоп. Эй. Половина.
Блин. Ура! Даже не буду, даже не думал, думал, что буду дольше над ним сидеть. Ух. Так, ну сам скинчик какой-то, блин, не очень. Мне не нравится, когда в Скорпионе вот, кроме желтых, еще какие-то там цвета вылезает. О, ключ, камень преисподней. Интересно, он... Даже после поражения Скорпион был поглощен яростью. Он оказался прямой явной угрозой всем временным линиям. Но я знал, чтобы успокоить ее ярость, нужно сострадание, а не битва. С помощью песочных часов я нашел временную линию, скрытую от Скорпиона. Там была свободная Харуми. Эта Харуми была не похожа на остальных. Ее Ханза погиб от рук Куан Чи той временной линии, и она сама стала Скорпионом. Сблизившись на почве их общего горя, Ханза и Харуми объединили усилия, чтобы победить зло в их временной линии. Прикольно. Не только Куан Чи должен бояться укусов этих Скорпионов. Забавно. Сезон 2. Скоро. В смысле скоро там еще? Там же еще полно надо. 30 дней вроде еще дается. Ну, прикольные сюжетные вставки такие. Прикольные, только сильно вот нужно тут. Что ж, а интересно, вот эти вот... Нужно вернуться и открыть вот этот ключ, который мне дали, он разовый или... Или он многоразовый, потому что там во многих вот этих вот локациях там много было закрытых мест. Где нужен был ключ. Так, вниз. Да, кто бы мог сомневаться. Так, вот. От закрытые ворота открыть. Идем. Что тут у нас еще? Пять
опять нужно проходить. Ого, какая. Какая жесткая. Блин, чуть не проиграл. А я вот помню, там еще в начале тут локации было закрыто ключом, и здесь сверху закрыто ключом. Вот мне придется еще вниз, что ли, туда идти, чтобы дозакрывать полностью эту локацию. Стоп. А, там он куда пошел? Там сундук еще лежит. Огненные полы и огненные кулаки. Модификаторы. Вот так тебе. Блин, тут еще походу дофигища.
О, блин, у меня броня Sub-Zero. Нифига себе. Талисман энергетический ару. Необычный. У меня прям столько зарядов. Секретный бой. Так, а где вот этот талисман? А, ну вон он. Который с кучей зарядов. Так. А, ну вот этот сундучок. Расцветка на скорпа. Блин, да вы издеваетесь, мне уже надоело тыкать на эти. Thank you.
Забавно. Забавно вышло. Тошнит от талисманов этих. Так, чё я тут? Сверху вроде все прошло. Конечно. Кто бы мог подумать? Неопытный рекрут на меня напал. Так, вроде бы я вот это не прошел еще. Так, ну что, наверное, буду это видео пока что завершать, потому что нормально тут до низа тут не дойдешь. Так, сейчас проверить хочу этот. Сохранился ли у меня там этот камешек? С помощью которого я открывал. А вон инвентарь. Да, вроде лежит вот камень преисподний. Так, ну вот пойду сейчас тогда, получается, тогда в следующих видео пойду на локации, которые уже проходил, и буду там открывать вот эти вот замки, и буду тогда их допроходить. Ну а так, в целом, получается, сюжетку вторжения я прошел. Этого босса Скорпа прошел, по-моему, там с 4-го, что ли, раза, да? И там уже вот, они написали, типа... Ждите следующий сезон, когда хотя тут еще до следующего 24 дня. Ладно, всем спасибо за просмотр и пока.